Главный праздник зимы все ближе, и детвора, и взрослые с нетерпением ждут Новый год и верят, что в сказочную ночь исполняются все заветные желания и непременно произойдет чудо. Воспитанники детского сада «Журавушка» каждый год делают новогодние игрушки своими руками. Сегодня ребята мастерят поделки из бумаги. Ребята, мы ждем все с вами чудесного волшебного праздника – Новый год. И, конечно, в преддверии этого праздника все украшают лесную красавицу, пушистую красивую елку. И чтобы она была такой чудесной, красивой, мы с вами сделаем сегодня игрушки. Девочки старательно склеивают символ наступающего года – зайчика, а мальчишки – доброго волшебника Деда Мороза. Наши дети очень любят мастерить, делать своими руками, в нетрадиционных техниках работать. И, конечно же, к каждому празднику у нас проводится в детском саду выставка. Дети всегда любят творить своими руками. Много очень творческих идей. Иногда даже мы что-то от них узнаем нового, какие-то идеи. Украшая самодельными игрушками пушистую зеленую красавицу, ребята загадывали заветные желания. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз принес людям все счастье. Новогодние поделки малышей можно увидеть и на выставке, которую в детском саду проводят с наступлением зимней сказочной поры каждый год. С Новым годом! Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.